Трагедия случилась сегодня в Бердске в микрорайоне Белокаменный. Водитель такси в пути следования почувствовал себя плохо и скончался, не приходя в сознание. Сегодня в Бердске автомобиль такси марки «Рено» в пути следования в микрорайоне Белокаменный слетел на обочину. Местные жители вызвали полицию, сообщив, что, возможно, за рулем находится нетрезвый водитель. Однако выяснилось, что у бердчанина случился приступ. 18 мая 2018 года в дежурную часть отдела МВД России по городу Бердску поступило сообщение, что на улице Кристальной автомобиль съехал в кювет. На место происшествия выехали сотрудники дорожно-патрульной службы, которые обнаружили водителя автомобиля «Рено», которому стало плохо. После этого сотрудники полиции вызвали скорую помощь. Свидетели происшествия рассказывают, что медики пытались реанимировать водителя. Однако их усилия не увенчались успехом. Бердчанин скончался, не приходя в сознание. Ну, ехал человек спокойно, хоп, влево съехал. Остановился, все, пока прибежали, все, качали, бесполезно. Точную причину смерти предстоит выяснить экспертам. Для выяснения всех обстоятельств произошедшего дело передано в следственный отдел Бердска.